Привет, меня зовут Даник. А меня зовут Анюта. Всем привет! Сегодня мы играем в игру, которая называется Fake or Real. У нас здесь есть стенд с разноцветными яйцами. Под разноцветной бумагой прячутся либо настоящие яйца, либо настоящие киндеры. Вы готовы? Да! Вы с Анютой будете выбирать, какое яйцо вы считаете киндером, и ударить его этим молоточком, затем открыть. Тот, чья очередь, бьет яйца до тех пор, пока ему не попадется настоящее яйцо. Как только попадется настоящее яйцо, ход переходит к другому. Ну что, вы готовы? Да. Даник начинает. Какое яйцо тебе кажется киндером? Вот это? Ну-ка, стукай по нему. Стукай по нему молоточком. Опа, открывай. Да. Так. Что это? Похоже, Данику попалось настоящее яйцо. Я хочу его кушать. Теперь очередь Анюты. Какое яйцо выбирает Анюта? Давай. Стукай хорошо. Так, теперь открывай. Ну-ка, что там попалось? Киндер. Попался настоящий киндер? Да. А это у нас яйцо из серии Том и Джерри. Анюта, продолжай. Ты сейчас продолжаешь бить яйца, пока тебе не попадется настоящее яйцо. Какое яйцо ты выбираешь? Давай. Открывай, открывай. Что там попалось? Киндер? Целиком. Что это у нас? А это яйцо из серии Смурфики. И мы продолжаем? Бери молоточек. А ну-ка, открывай. Это еще яйцо. Какое яйцо попалось тебе? Вот, посмотри, вот. Посмотри, еще есть. Ух ты! И Анютке попалось яйцо из серии «Самолеты». Да. Ну, продолжай. Давай. Открывай его. Вот. А это яйцо из серии «Мадагаскар». Ну, тебе прям везет сегодня, да? Продолжаем? Да. Давай, какое яйцо ты выбираешь? Давай. Ой. Открывай. Вот это попалось. А ну-ка, что там попалось? Еще один киндер. Вот это да. Спайдермен. А, это яйцо из серии Спайдермен. Да. Оставь Данику яйца, да? Ну, выбирай дальше. Опа! Открывай. Открывай. Настоящий. Даник ест желток. Вот оно. Настоящее яйцо. Ну что, Даник, ты готов? Да. Вперед. Ну-ка, давай-давай. Надо это кушать, да? Да, только скорлупку убирай. Скорлупку, да. Ну, что же там попалось? А Данику попалась принцесса София. Продолжай, Даник. И Данику попалось яйцо из серии Зверополис. Ну, продолжай. Я? Так. Так. Я. А потом ты, Данику, когда попадется яйцо настоящее, ты продолжишь. Еще яйцо. Ух ты!
забавный сюрприз для девочек. Я не девочка. Ну, продолжай, Даник. Так. Еще. Мау, Микки Маус. Ух ты. Мини Маус. Все наоборот у нас сегодня. Да. Продолжай, Даник. А вот и обед Даника. А вот и мой обед. А это твой обед, да? Анюта ест белок, а Даник желток. И очередь переходит к Анютке. Держи. Какое яйцо ты выбираешь? Вот это? Давай, бахай. Нет, бахай, бахай по нему, давай. Ай-яй-яй! Давай, открывай. Так, Анютка открывает. Что же ей попадется? А что же попалось Анютке? Сюрпризы для мальчиков. Да. А Анюте попался забавный сюрприз для мальчиков. Ну и мы продолжаем. Давай. Ду-ду-ду. Что же там попалось Анютке? И Анютке попалась ее любимая Эльза из мультика Frozen. Дань, ты наелся? Ну, давай, будем продолжать. Да, я. Опа. Да. Йо-йо-йо. Йо-йо. И Анютке попалось второе настоящее яйцо. Анюта, приятного аппетита. Спасибо. Даник, и осталось последнее яйцо. Что это за яйцо будет, настоящее или киндер? Ну-ка, давай. Последнее киндер. Даник решил просто так открыть, не стукая его. И это хороший динозавр. Посмотрим, все яйца повытаскивали? Да. Да, больше ничего не осталось. Сегодня немножко больше повезло Анютке. Ну ничего. Даник. А сейчас самое время пооткрывать все наши киндеры. Да. Давайте. Анюта открывает киндер Смурфики, а Даник открывает Мини Маус. Микки. Данику попалась Мини Маус с целым набором глаз. Тут 4 вида глаз ей можно приклеивать. И у нее сумочка, которая снимается и одевается. А что же попалось Анютке? Внимание, барабанная дробь. Анютке попалась машинка-перевертыш. Она может ехать как с одной стороны, так и с другой. Вкладыш от Мини Маус. Вкладыш от машинки-перевертыша. Открываем дальше. Даник открывает забавный сюрприз для девочек. А Анюта открывает забавный сюрприз для мальчиков. А необычный. Да, что же попалось Данику? А Данику попалась вот такая милая брошка с зайкой. Что же попалось Анюте? Ну-ка. А Анюте попался пароходик. Даник, ты собирал когда-то такой, помнишь? Да. Вот он вкладыш. Что вы открываете следующим? Даник открывает Зверополис. А Анюта? А ты что будешь открывать, Анюта? Это. Что это? Покажи мне, покажи. Спайдермен. А Анюта открывает Спайдермена. Что же попалось Данику? Стирательная резинка. Держи. Ты же любишь стирательные резинки, правда? Мне как раз в комнату. Как раз надо. Вот он вкладыш. А Анютке попалась.
Кто это? Еще? Какой-то персонаж из Спайдермена. Это брелок. И мы продолжаем. Даник, что ты будешь открывать? Хороший динозавр. Анютка, а ты что открываешь? Фрозен. Анюта открывает Фрозен. Интересно, что тут? А здесь у нас... А здесь у нас тиранозавр Рекс. Вот он. На этот раз Анютке попалась. Что? Принцесса Анна. И вот он вкладыш. А Даник уже открывает принцессу Софию. Принцесса София. Я иду. Сюрприз, я иду. Я так и знала, что она мне попадется. Я знала. Сама принцесса София. Какое платье у нее красивое. А это вкладыш от хорошего динозавра. И Анютка открывает оставшиеся яйца. Давай. Анюта открывает Мадагаскар. Что же нам попалось из Мадагаскара? А это лемур, который пел I like a move it, move it. Это вкладыш от серии Мадагаскар. И следующее яйцо, которое открывает Анюта, это... Это самолет! Какой же самолетик попался Анюте? А это Дасти Полей Поле. Я так и знала. Я себе в голове говорил. Я попутился Дасти Полей Поле. Вот он, Дасти Полей Поле в собранном виде. Это его наклейки. А это его вкладыш. Это не просто Дасти Полей Поле, это Дасти Полей Поле пожарный. Из второго фильма про самолеты. И у Анютки осталось Том и Джерри яйцо. Том и Джерри. Кто мышка? Том это кот, а Джерри это мышка. А что же у нас тут? А тут у нас Том. Какой красивый кот. Вот это вкладыш. Ну вот и все, мы будем заканчивать. Если вы любите сюрпризы, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.